Накануне в Доме правительства Тувы состоялась торжественная церемония вручения государственных наград, посвященной празднованию Шага. С предстоящим праздником всех присутствующих поздравил глава региона Шалбан Караул. Праздника, прежде всего, знаменующего наступление Нового года по восточному лунному календарю, в нашей республике он давно уже стал интернациональным, объединяющим разные народы и культуры Тувы. Заложенные в ней вековые традиции тувинского народа близки и понятны каждому жителю республики. Они символизируют собой единение и гармонию человека, силами вечно обновляющейся природы, торжество и победу света над тьмой. Почетными грамотами правительства Тувы были удостоены главы крестьянско-фермерских хозяйств Пихемского, Дзунхимчевского, Кахемского и других районов. За плодотворную работу и достижения в угольной промышленности благодарность главы региона была объявлена сотрудникам компании «Межиги Уголь». Также на торжественном собрании почетными грамотами за плодотворный и добросовестный труд были отмечены работники сферы образования, здравоохранения и ветеринарии республики. За заслуги в области культуры и искусства почетное звание «Заслуженный работник Республики Тыва» было присуждено ветерану труда Зое Мангуш. Спасибо всем, кто семьи и поддерживает работу библиотек. Отдельно глава региона отметил духовой оркестр правительства Республики Тыва и вручил сертификат с денежной премией 2 миллиона рублей на дальнейшее развитие, на новые музыкальные инструменты и сценические костюмы.